Здравствуйте! У меня для вас хорошие новости. Этот понедельник спокойный. Все течет плавно, и с каждой минутой ваше настроение улучшается. Вы легко сможете решить вопросы, связанные с финансами. Визиты к врачам тоже пройдут удачно, и свидания доставят удовольствие. Было бы здорово еще сегодня создать семейную атмосферу, даже на работе. Попить чай с коллегами, пообсуждать что-то. И вообще, быть друг другу доброжелательно настроенным. Так понедельник пройдет легко и радостно и подарит приятные эмоции. Пусть все сложится, пусть все получится. До встречи!